Так, игра, вернись к нам. Вернись в Коноху. Отлично, игра вернулась в Коноху. Так, ну и гол базар вокзал тогда. А, я уже не так, я уже свой, блядь, меня пускают в арсенал. Что, блядь? Да, я уже свой, меня уже пускают в арсенал. Я внизу. Вижу. Так в чем проблема? Кула пропала. Угу. А без ее данных наш проект обречен. Вот дела. Почему? Скрэмблер нужен, чтобы обойти охранные системы правительства. Тогда бы мне. Но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему. Я послал Гулу за нужными данными, но связь с ней прервалась. И только что мне пришло вот это сообщение. Марш, это Гула. Нашла старое логово правительства. Блять, ну у тебя, конечно, не агент. Будут подключиться к их каналу через здешнюю линию. Узнаем, какая у них система безопасности. Ну вот какая беда, Марш. По холмам шарят саваны. Ищут технику и возможность пострелять. Я стараюсь не высовываться. Мы засекли лазурщицу. Тащите ее в гнездо Белошеи. Марш! Спалилась я! Мне конец! Марш! Бессмертные то ли смеется, то ли плачет. Пытают для развлечения. Нам нужны координаты логова правительства. И хорошо бы, чтобы моя лучшая шпионка выжила. Это твоя лучшая, знаешь, шпионка? Никакие они не бессмертные. Дохнут, как полагается. Я ее вытащу. Удачи, Рейнджер. Постарайся вернуть мне эту пьянчушку живой. Именно пинчушка. Что? О да, блять. О да. Охуенно. Вот это лифт, ребята, бля. А, у меня нет двойного прыжка здесь. Тогда все понятно. Все равно непонятно, почему не могу им пользоваться. Видимо, потому что я в городе. Ладно, пошли пинчугу вернем. Да, блядь, ты смотри, чтоб нахуй я там не приубивал, блядь, всех. А что у нас по транспорту? Там, наверное, очков транспорта уже вагон. До 15. Катапульта. Ебать. Да. Давай-ка там. А, тут надо мне подкопить еще. Системы активируются. Спасибо, очки. Тут было что-то можно найти, но мне уже как-то это. Да, лампочки. Алло, Уокер! Мои исследования близки к завершению. Но не хватает важного компонента. Найдем, док. Пожалуйста, зайдите в мою лабораторию. Хорошо. Предательство. Нихуя себе. Ну, не хватает кое-чего важного. Зайдите ко мне в лабораторию. И называется квест «Предательство», ебать. Бля, да. Что же тут у нас такое? Иди торгуй. Блять, как тяжело здесь ездить-то, пиздец. Машина не тормозит. На мотоцикле было бы приятнее. С разгона, видели как? Ух. Конечно, мне подсказывают, что здесь я не поднимусь. Да как же стало приятно ездить без этого централизации мышки. Время сгореть в аду, чуваки. Сторожевая башня правительства? Какая-то здоровенная башня. О, вот это хуйня. Объект правительства. Нутром чую. Ну давай, пройдемся. Еще с войны осталось. Такие стреляют во всех, кто подходит слишком близко, так что действуй осторожно. Ладно. А ее ебашить надо, вот, блядь. Хуево выглядит. Нет, ее явно лучше не пиздить. В смысле, так ее нужно выебать. А чем? А, вот только мне снизу надо убить. Угу, понял. Да, надо мажиться рано или поздно.
как-то так. Я совсем не абузер. А что это тебе прихуёвило там? Блять. Ебать, а что ты хочешь от меня? У меня ни ракетницы нет, нихуя. Он еще до сих пор меня ебашит. Почти успел последнюю. Да ебать, иди ты нахуй. Ну вроде ты снова стала обычной. Я все еще попробую. Пока вроде выходит. Блять, выходила. Да блять, не-не, это пиздец. Не, можно, это можно сделать, но это довольно сложно сейчас сделать. О, мы рядом. Давай попробуем еще раз. Еще один раз. Тут даже для этого, для меня укрытие поставили, прикинь. Типа раз и похуй мне. Лол, так я, может, тут ее и разъебу сейчас? Ну в чем тогда вообще сложность у меня вопрос? Лола, в чем тогда сложность? Если тут стоит эта хуёвина. Я с ней, блядь, в чистом поле дрался нормально, как мужик. Она даже не может, даже когда я стою на месте, она попадет, мне уже просто интересно, я не буду уходить. Ну-ка, я просто буду стоять, как даун. Да, попадает ракета, блин. Но это надо было узнать. А, видишь, эта хуйня бьет насквозь. Блять, ракетки. Уродство. Бля, ракеты не видно. Ну, в принципе, это и есть цена, наверное, этой всей хуйни. Главное видеть ракеты, а остальное не ебет. А вот и ракеты, кстати. Блять, ошибка. Ну, ошибку решил. Вот как-то так. Последний этап сторожевой башни сейчас будет, наверное, мощный. Ебать, нахуяри. Бля, можно мне как-то в нее тоже пострелять? Совсем. Бля, ебать, она обезумела, нахуй. Безумная башня-убийца. Цепляет, сука. Смотри, ебать, что делает. Урон, блять, урон. Патроны заканчиваются. Бля, больно, и патроны не вовремя кончились. Блять, нет, я не хочу умирать. А у меня уже нечем лечиться. Но я могу себе сделать. Я просто не хочу это повторять, поэтому я себе просто крафтану еще этой хуйни. Так, так, и так, и вмажусь разочек. Ну все, пизда я. Без ракет не разойдешься здесь, конечно, блять, как по мне. Одно из самых сложных активностей. Сердечник из ковчега, уже есть такой. Сторожевая башня больше не опасна. В таких башнях бывает бесценная старая техника. Да, ты что? Все, что сможешь. Вот по контейнер есть. Метеорит. Наверное, столкнулся с чем-то и упал с орбиты. Бывает. Нужно его
посмотреть. Вот здесь можно было стоять. Может содержать филтрин. Где моя тачка? А, вон она. Где моя тачка, чувак? Нужно попробовать еще винтовку прокачать. Там, кстати, в винтовке как раз, по-моему, бронебойная можно качнуть, да, было? А я уже могу. Типа вот так. И потом купить и бронебойные припасы поставить на урон. Это будет лучше всего. Системы активируются. Еще одно бандитское логово. Да ты что? Ну здесь как-то не очень удобно проезжать, а вот сверху зайти. А, вот заезд, ебать. Как раз повеселюсь. После сторожевой вышки этой. Второй левел. Да, ребята, ну вы, конечно, даете. Лол, кек, чебурек. Чебурек, кек. Хе-хе. Повеселимся, мальчики, девочки, блядь. Та-та-та-тан-тан-тан-та-тан. Блядь, все взрывается, хп миллионы. С ракетницей под... Надо сесть, нормально, я сижу вообще расслабленно так. Форсажнем, ебать. Я ничего не вижу, но мне так весело. Надеюсь, и вам тоже, ребята. Полетели. Хороший удар ногой. Но не поставлен. Надо на тайский бокс походить. Эц, эц, эц. Кажется, все. Вот и повеселились, блядь. Я здесь приятная музыка. Лучше бы нас. Лучше бы вместо этой динамической оставили приятную. Правда ведь? Давай посмотрим, сколько тут всего. Два контейнера. Сундук ковчега здесь есть. Почему бы и нет? Может будет там элемент. О, вот, кстати, эта хуйня. А вот нахуя ее? Ее надо ебашить или где? Я не понимаю просто. Я сбил беспилотник. А, да. Похоже, он принадлежит правительству. Отлично. Запись без оценка власти, объект Винланд. Высокий действия атака силами прорыва, укрепление, ваши биологические образцы, собрать запись. Понял, круто. Моя ненависть к беспилотникам уступает величиной лишь моей любви к генетике. Ну, вот сундук. Открывайся. Золотой какой-то или это просто освещение такое? Наверное, освещение. Не то, что мне нужно. Ну, есть и есть, ладно. Это еще не все, здесь что-то еще есть. Вот. Честный бой для слабаков. Как делись, щедукер? Хочешь выпустить пар от Шушера? Я узнал, что в козырном местечке рядом с трещиной там можно понадраться и побить морды. Вроде как биту на ринг брать нельзя, но если я просто туда вломлюсь, вряд ли кто-то будет против. Пойдем вечером. Контейнерочек. Еще один датапад и один контейнер. Вы знаете, что мне подсказывает? Это во что может это сделать? Что сложности в их поиске не будет. Такое впечатление, знаете. О, вот он и движок. Блять. Вот хорошо бы ее поймать, у нее можно было взять на пушке апгрейд для автомата. Но не сейчас. Так, у нас тут контейнер тем временем, ребят. Вы же любите контейнеры? И датапад, он тоже здесь. Феноменальная компания. Сейчас ли постарше помнят, когда многие из нас не умели читать, как же нам повезло, что из пепла войны с правительством разделился знаменитый израильский дом «Сочный пресс». Я наткнулся на подборку первых изданий прямо здесь, в лагере бандитов. Надо бы припорошить моего верного голубя. Пришпорить моего верного голубя, пока бандиты не застукали меня на месте преступления. У этих дикарей отличный вкус, стычка реально крутых ублюдков. Отправь их всех в ад, рисованная романтика Рэнди. Не терпится все это изучить. Пройдено. Катала.
Найди тачку. Вот. Я не думаю, что я смогу его догнать, но он поднимается просто. Но я попробую. Так, рассосались, товарищи мутанты. Накатали, кстати, может быть и получилось. Но мне вообще не по пути. Впереди гнездо пилашеев. Хорошо. У Гула при себе должно быть устройство Локус. И спросят все торговцы информацией. Попробуй засечь сигнал на этой частоте. Ну-ка, друг. Это ты? Интересно. Желаю удачи. Ну, друг. Я говорливый Гарсия. Привет, Гарсия. Торговец. Для Гарсия. Ты позволишь, что какой-то пиздец. У меня хорошая память на физиогномии. Если покупатель возвращается, на пушку мне надо. Он доволен, чем Гарсия может услышать. Блять, у тебя нет апгрейдов на пушку, Гарсия, это плохо. То ради чего, собственно, я здесь. Ладно, пускай ребята развлекаются, не буду им мешать. Пока, Гарсия. Системы активируются. Пятый уровень. Уничтожить всех саванов. Бессмертных саванов. Прости, что? Можно было концентрации. Наверное, я могу машину свою подремонтировать. Ну вот. Я снова в деле. Ней. Сигнал Гула появился. Бля, мне не нужен сигнал Гула. Мне нужны обычные сигналы. Нихера мне нужен сигнал Гула. К бою. И правда, как бы. О, они все в броне. Ё-моё, ты смотри, какой. Ля, как, блядь, не выжил. Ну ладно, потанцуем, ебать. Бессмертные саваны. Ах! О, его убило. Ништяк. Блять, как же много они впитывают в себя. Блять, я нихуя не вижу, блять. Ребята, извините, кто спит, блять, я понимаю. Я, блять, понимаю все ваши, весь спектр ваших, нахуй, ощущений, потому что я его испытываю прямо сейчас. А, второго нету, блять, нету второго, сука, этого. Все, разделся, умер, ушел. Ну что, господи. Моя смерть. Слишком ли ты много на себя берешь? Смерть. Гэтс. А, тут прям веселье, радость, смех, нон-стоп. Люблю веселье, радость, смех, нон-стоп. Можно? Можно я составлю вам компанию на верхах? Полетели! Почему он не полетел? Я хочу, чтобы маленький человек полетел. Туда, нахуй. КПшка потихоньку уходит, кстати. Ну, потихоньку. Как же тут темно. Как в жопе, блядь. Нихуя не вижу, но вижу, что прицел становится красненьким. Что? Это ты тут? Сучара. Забыл, как отцовская ширинка пахнет. Ебать. Контейнер, между прочим. Даже не пытайся съебаться отсюда. Я вот думаю. Ну, давайте его просто подъем. Вот это, блядь, по-нашему. Вот это по-мужски, нахуй. Что за самурай, блядь? Блядь, еще один самурай. Он еще и стреляет, смотри, негодяй.
Ну, ребята, пока бессмертием и не пахнет, если что. Ну, нихуя, у нас снизу остался еще товарищ. Друг? Это что за монстр-убийца, блядь? Так, не, ну, а нахуй, нахуй, нахуй. Я тебя раньше не видел, блядь. На, вот тебе. Познакомься с мистером Гранатой пока. Интересно, какой, что это за чел? Ты меня напугал. У меня почти есть форсажнуть. Пиздец, он хуярит. Бля, смотри, что он делает со мной. Надо хилить. А хилок уже нету. Он умер. Ништяк, вырывайся нахуй. А мы поглядим. Ты не видишь цель, зато цель тебя. О, видит меня. Ай! Блять, как мимо? Бывает. Пау! Без страха в глазах. Блин, мне бы вот эту Гула сначала найти тогда, а потом отправиться на поиски всех ништяков. Ну, я надеюсь, они не появятся заново. А сколько всего контейнеров? Еще, блядь, будет. Еще три, да? Нет, еще будет четыре. Просто полно. Ну, Гула где-то здесь, там мне на лифт надо подняться. Я потом вернусь сюда. Можно форсажнуть здесь еще. Ой, пизда, кажется. Гула погибла. Но сигнал еще идет. Она проглотит. Прости, Гула. Придется тебя потревожить. Дум, ребята. Дум 3 ликит. Ее распотрошили. Проклятье. Мне будет ее не хватать. Прощай, друг мой Гула. Увидимся на том свете. За это она отдала жизнь. За Локус. Все там будем. В нем координаты логова правительства. Иди туда, надо узнать, какая у них система безопасности. Уже туда направляюсь. По крайней мере, Гула умерла не напрасно. Да, в этом бою она сражается вместе с нами. Блять, чуть не умер. Смотрите, брошенную базу. Начнем с того, что, во-первых, мне бы вернуться туда, вниз, на лифте, по возможности, прямо сейчас. Это если начать с простого. А во-вторых, я не нашел ковчегнутый сундук ковчега. И это меня тоже немножко вструсило. Обычно не всегда на видном месте, а тут как бы он есть, и я его не нашел еще. Я говорил, что не нужна эта обилка, а обилка-то вроде пригодится. Вот я вот к чему. Нет. О, ближе к телу, ближе к телу. А, где-то снизу навидать. А ну, оп. И еще снизу, видимо, гэц. Нет, не здесь. Интересно. Блять, что за трусичка? Трус, тряска.
Что за хуйня? Как будто какие-то ублюдки приехали, но это не важно. Приехали, отправим их к праотцам. О, вот здесь. Сверху стало быть. Вот он. Еще контейнер. Два контейнера и сундук ковчега. Ну, только что я видел один. Тут не пройти. Тут не пройти. Но здесь уже три. Он где-то снизу, возможно. Потому что дальше будет только хуже. Может быть, он вот тут. Вот, тут уже ближе к делу. Сейчас надо... Вот он. И еще один где-то здесь же рядом. Нет, внутри. Наверное, с той стороны будет сейчас. О, жестко скарабкался молоток. Слушай, ну 4 это прям рядом. Блять, я и забыл, что я должен приземляться на лапки. Три, значит не в эту, значит все-таки вон туда. А, вон там эта хуйня. Будка. Так, максимально. Раз, два. Хорошо, и в будку. Раз, два. Вот и последний. Но сундук убежища, на секундочку, блять. Не обнаружен. Я могу прямо сейчас прокачать и найти, но я не знаю, насколько это необходимо, блядь. Неужели я не смогу его найти и так? Он должен быть в конце, сука. Он всегда в конце. Здесь его ставить это глупо. Блять, ну где же он? Сука, неужели придется брать? Я не верю в это. Ну давайте покачаем, я уже не знаю, где он. Ладно, доктор, так и допиздимся мы с тобой. А, еще одного не хватает. Я в любом случае его должен найти, но не знаю где. Гул даже подсвечивается. Слушай, а где же он, ебать? И правда. Я вряд ли сюда когда-либо вернусь, и мне бы очень хотелось уйти отсюда. Я нажал пробел, сука, это несерьезно, это несерьезно. Я хотел двойным прыжком оттолкнуться, почему мне не дали? Почему анимация прошла, что я уже лечу разбиваться? Нечестно. Хуйня ты засчитала? Пиздец, контейнер не засчитала, я ебал. Пиздец. Кромешный пиздец. Я ебали бабу, блядь. Что? И теперь заново ходить надо искать. Ладно, мы сыграем на память. Один здесь наверху. Вот. Снизу два. И еще один где-то здесь находится. Надо найти вот этот один, который здесь, и все будет заебись сразу же. Нет, ладно, мы пойдем заберем эти два тогда. Первый где-то здесь прям находится, не отходя от кассы. Сейчас я его нащупаю. Так, минуточку. Память подводит, понимаете? Память дело такое. Вот. Ко мне. Без этой лестницы не обойтись. Есть. Сундук ковчега остался один.
Вот где его взять, это уже вопрос. Обычно его ставят сюда в конце, почему сейчас его не видно? Его спрятали от меня. Нас предали, блядь. Жаль. Очень жаль. Но больше этого не произойдет. Спасибочки. Так, ты. Хочешь еще что-нибудь прикупить? Да, нанитов хочу. Усилок один. И оружие на все. Как всегда, мы всегда возвращаемся. Все верно. Так, теперь ты. А, мне нужны вообще проекты. Мне этот нанит нахуй не сдался. Бывает. В здоровом теле здоровый дух. Оружие, штурмовая винтовка, бронебойные, yes. Готово, и перезарядка в кобуре. У меня есть для этого вилка, которой я не пользуюсь, так что не буду это качать. Выстрел издалека не хватает, скорострельность не хватает. Поджаривание в масле местного сборщика налогов. Шулерство. Ну, шулерство это, блядь, пиздец. Саботаж болидов на гонках ралли-крэш и продажа мяса без контракта. Охуеть. Борзота. Поджаривание в масле местного сборщика. Они вместе, блядь? Ой, ребята! Ой, блин. Вот это дела. Спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто пожелал здоровья. Продолжаем разговор. Так, можем, кстати, что-то найти еще. Наверное, здесь снаружи. Возможно, даже вот тут. Торговец это запчастями. Да вот ты где живешь. А мне меня не волнует. Бандитская листовка. Хотите, чтобы машина блестела, сверкала? Вожут в мастерской Реброк, югу от ствола. Не пропускайте скидки, холодные напитки. Пополам. Так. Теперь нам нужно... А. Сигнал. Подача электроэнергии в стволе установлена. Теперь маршал смотрит, ему не хватает одной важной детали. Выполнение гула пропала. Все делать самому, как обычно. Ладно, можем сюда переместиться? В город не можем. Придется ехать. Блять, как далеко же здесь ехать? Как же далеко, сука, тут ехать? Ну ладно. Деваться некуда. Можно зато по контрактам по дороге проехаться. Так сказать, для людей. Вот, 300 метров, первый контракт. Мы его уже, кстати, выполнили. Это уже было, там чуваки будут дикие эти внутри. Желаю удачи. Спасибо. Хули тут ликвидировать-то? Вон они стоят. Твоя смерть, блядь, у нас тут. Хорошая граната, брат. А вот и, собственно, глава этого цирка. Запальные шнуры. Как раз получим проект и с доктором Менгеле прокачаем эти, чтобы не было больше эксцессов. Это я про... Про сундуки ковчега.